В оздоровительном лагере в Сергеевке легкий ажиотаж. Здесь работают сотрудники регионального штаба ГСЧС. Они помогают собраться инвалидам и погрузить их вещи в автобусы, которые отправились на железнодорожный вокзал. Ожидание поезда для временных переселенцев прошло незаметно. За чашкой чая с печеньем. Мы обращаемся за помощью в ОЧС, в ДСНС, в Одесской области, то мы всегда получаем помощь. Во-первых, мы бы не смогли бы. На самом деле такое большое количество людей даже и за час. От автобуса к сервис-центру вещи сначала нужно было помочь вынести и положить. Потом до сервис-центра, до вагона, а потом с вагона внутрь вагона. Это очень сложно. То есть 15 человек, коляски не проходят. Вагоны у нас пока что не рассчитаны для людей с инвалидностью. В гостях хорошо, а дома лучше, убеждена глава детской организации инвалидов Донецкой области Елена Кулагина. Она говорит, что одесситы чуткие к чужой беде и очень хорошо принимали переселенцев. Особая благодарность спасателям, которые сделали все возможное для комфортного пребывания в нашем городе. И вот настало время прощания с Одессой. Сотрудники ГСЧС помогают занести вещи, на руках переносят инвалидов, так как в вагонах узкие проходы и пока не приспособлены для размещения людей с ограниченными возможностями. Всего же в Одесской области находится свыше 5000 беженцев из Донецкой и Луганской областей.